последний раз, Пьер. Меня не волнует, что ты замужем. Будь ты мной, ты бы понял. Но я не ты. Пенелопа, вставай, уже три. Это ты? Ты теперь я? Что же произошло? Что нам делать-то? Поезжай ко мне домой. Что ты ищешь? Разделочную доску. Мы живем тут уже 9 лет. 9 лет, подумать только. Как время летит. А как же ты? Поеду к тебе. Привет, любимая. У меня изо рта воняет. Иди быстрее, теперь ты наш босс. Где ты был? Ты опоздал на 45 минут. Как актриса я тебя не потяну. Хватит говорить о себе, как о женщине. Ладно. Мне надоело быть тобой. Что стряслось? У меня месячные. Я упала в обморок. Вы слышите, мадемуазель? Я похожа на мадемуазель. Простите, мадам. Да, мадам Пенелопа. Эрик? Да? Привет, милый. Да, целую. Ты зовешь его милый? А ты зови Пенелопу, милый. А где твой кабинет? Направо. Ой, простите. Нравится кулон? Да. Очень красиво. Все хорошо. А ты куда? В свой кабинет. Поищи там. Да. Чмоки-чмоки. Осторожно! О! Она же просто стояла в гараже. Довольно. Я извинилась. Не беси мои яичники. Все, я сказала тебе, завязывай.